У новогоднюю майстерню Деда Мороза запросила областная библиотека имя Ленина. Юным наведвальникам пропоновали окунуться в атмосферу цуда и зарабить сувениры своими руками. Выстава открыла эстафету святочных мероприемств у библиотеки. Экспозицию склали галоўныя новогодние атрибуты, костюмы казачных персонажей, карнавальные маски, цацки и сувениры. А кроме того, первые наведвальники увидели представление с уделом Деда Мороза и Снегурки и приняли удел у майстер-классе по створению снеговиков. Юных аматоров книги чекают тут так само 25 снежня. Для детей рыхтуют святочную программу «Новый год» у библиотеки с конкурсами, гульнями и выступлениями Народного аматорского театра «Граки». 25 декабря с 13 до 17 часов. Ребенок на различных площадках окунется в страну читалию, в сугроб идей, в какие-то поделки, в какие-то интересные игры. У нас даже будет литературное казино. Кульминационным моментом будет спектакль, который на нашей сцене исполняют артисты нашего единственного в Беларуси библиотечного театра. ЧП под Новый год или необычное приключение Деда Мороза.